Был недавно на прогулке. Благо, погода была замечательная. И было время, не торопясь, подумать обо всем. Помечтать, построить планы на будущее. Свободный человек на свободной земле. Ага. Поднял голову и вдруг заметил какую-то неустроенность, незаконченность в силуэте моего жилища, моего дома. Точно, на окнах нет рольставин. Да, надо устанавливать. Раньше такого не делал, но ничего, разберемся, научимся. Ты что, совсем обалдел, что ли, от безделья? Они стоят кучу денег. Где ты возьмешь столько денег? Заработаю. На бастионе. Ну, спасибо, в кои веки сходил бесплатно на Петросяна. Зря смеешься, смотри. Опять он джина припахал. Джин здесь ни при чем. Обычная водка справится. Чем хороши рольставни? Они защитят ваши недешевые стеклопакеты от ветра, от снега, от дождя. Это дополнительное утепление оконного проема в холодное время года. В жаркий летний день в вашем доме будет прохладно, так как рольставни сведут на нет тепличный эффект. И это еще к тому же дополнительная шумозащита. Все, завелся. Теперь пока не сделает, не успокоится. Антивандальный вариант рольставин обеспечит защиту от взлома. Автоматические рольставни, ну, на моторчике, хорошо впишутся в систему «Умный дом». Ими можно будет управлять дистанционно. А главное, их креативный внешний вид. Красиво, современно. Готовьтесь, будем устанавливать рольставни вместе. Ролики будут обязательно.